Всем привет, всем доброго времени суток, с вами Виктория. Сейчас хочу показать вам платье из первой коллекции «Жар-птица» от Алены Ахмадулиной, которое в первом каталоге у нас идет по суперцене от 1499 рублей для размера 40-44. Для размера 46-50 цена 1699 рублей и размер 52-56 цена 1899 рублей. Это все в цене каталога. И за минусом скидка консультанта 20% у нас идет на женскую одежду. Это платье я взяла в размере 54. Платье имеет модель 146W4114, прилегающий силуэт с расклешенной юбкой. Цвет серо-коричневый и состав ткани 95% полиэстер, 5% эластан. Длина изделия в размере 52-56, вот у меня размер 54, здесь длина изделия 113 сантиметров. Следующие размеры, длина рукава, рукав здесь у него 3/4, 46 сантиметров. Полуобхват под мышками 56 сантиметров, то есть примерно получается на 112 сантиметров. И вот у нас полуобхват по линии выточек, которые у нас имеются на этом платье, 55 сантиметров, то есть на обхват груди 110 сантиметров идет. По талии это платье у нас имеет полуобхват 47 сантиметров, и талия здесь у него немножечко завышена. И у нас длина платья от плечевого шва до линии талии 40-41 сантиметров. То есть, если сравнивать с платьем, которое выполнено у нас в рубашечном стиле, у него 43 сантиметра до талии, а здесь вот примерно от 40 до 41 сантиметра идет талия чуть-чуть выше. Юбка имеет 4 встречных складочки, как по передней части изделия, так и по спинке. И по спинке у нас есть у него длинная молния. Состав ткани у нас такой же точно, вот как и на рубашке. Попробую вам показать. С изнанки выглядит оно следующим образом. И похоже вот на такой вот шелковистый креп. Очень красиво смотрится. Такая модель хорошо скрывает какие-то недостатки фигуры. В принципе, вот для ежедневной носки это платье подойдет отлично. И вот на раннюю весну, на раннюю осень тоже отличный вариант для ежедневной носки. Так что вот такая модель. Сейчас тоже покажу вам, как смотрится это платьице на мне. И вот у него по передней части тоже имеются вот две встречные складочки. То есть имеются выточки и две встречные складки. И тоже две встречные складки имеются по спинке изделия. Не переключайтесь, смотрите, как выглядит это платье на мне. Девчоночки, всем еще раз большой привет! С вами Виктория. Сейчас я покажу вам тоже модель платья из первой коллекции «Жар-птица» от Алены Ахмадулиной. Это платье у нас идет такой же точно расцветки, как и блузка в этой коллекции. И ткани практически идентичные. Но, может быть, в платье чуть плотнее, но это вот, наверное, так по ощущениям. А так вот я сравнивала изнанку, то хочу сказать, что ткани примерно одинаковые. И вот напоминает такой вот легкий, вот, наверное, как бы вот шелковый креп, вот, наверное, как-то так выразиться. Платье у нас идет приталенное, и у него талия чуть завышена, то есть она не вот здесь вот, как у нас идет в первом длинном платье, которое я вам показывала, а идет чуть выше. Имеются 4 складочки по юбке, по передней части и по задней части юбки, а также имеется длинная молния и рукав 3/4. Это платье на мне, также я заказывала его в размере 54, ориентируясь по размеру груди. Сейчас я отойду подальше и покажу вам, как смотрится это платье на мне в полный рост. Это платье уже идет у нас более такая вот укороченная модель. Я его с колготками не примеряла, слышала от девчонок, что если с колготками, то ткань немножечко электризуется, но вот сейчас я без колготок, и ничего не электризуется, к ногам не прилипает, то есть в принципе достаточно комфортно. Сейчас я повернусь спиной, покажу вам, как смотрится это платье на мне по спине. Платье по спине выглядит следующим образом, и
хочу вам сказать, девчонки, что, конечно, здесь талия чуть-чуть у него идет вот здесь вот завышенная. Поэтому, если у кого есть животик, то вот, ну, нужно носить какое-то, наверное, корректирующее белье под эту модель. В принципе, расцветка мне тоже очень понравилась. Но вот пока думаю, какое оставить из платьев, определяюсь. Еще тоже не решила, буду его оставлять или нет. Но все-таки больше склоняюсь к тому, чтобы оставить эту модель, так как смотрится вот как повседневный вариант. В принципе, очень интересно, нарядно. Такой вот рисунок, он хорошо скрывает какие-то вот недостатки фигуры, он их не подчеркивает. И несмотря на то, что здесь у него немножко завышена талия, ну вот и на юбке есть складочки, но также эта модель не полнит. Поэтому я считаю, что тоже достаточно удачный крой и удачная модель платья. На этом я говорю вам пока-пока, до свидания, до новых встреч!